В новосибирском метрополитене открыли передвижную фотовыставку. 4 вагона украсили снимками из журнала «Новая Сибирь». Проект создали на средства президентского и муниципального грантов. Одним из первых экспозицию в поезде увидел Александр Потенихин. Вечерний закат в авангарде поезда метро. Фотограф Владимир Дубровский долгое время путешествовал по Сибири. Выставок было много, а теперь его снимок среди кадров других авторов можно увидеть в подземке. В таком ансамбле быть даже просто там какой-то рядовой скрипкой приятно. Ну а в общем-то, судя по тому, что эта фотография заглавная, ну там... Претендовать на роль первой, скорее всего. Да? Журнал «Неизвестная Сибирь» существует уже 10 лет. За эти годы в архиве накопились сотни живописных фотографий. Снимки рассказывают, какая она, Сибирь, за пределами мегаполисов. Мы живем не в Сибири, как в таковой, а в городах. Сибирь изменилась, в этом отношении мы от нее маленечко оторваны, в принципе, теперь получается. Вот. И наша задача была, как и нашего журнала, приблизить Сибирь к человеку. То есть, как бы показать, насколько интересно это место и насколько мы о ней знаем мало. Поезд-галерея – это 4 вагона со снимками от Урала до Тихого океана. В передвижной выставке работы 30 фотографов из Новосибирска, Москвы, Красноярска, Барнаула, Улан-Удэ и других городов. Сибирь – это необъятные просторы, это удивительный климат, это удивительная природа. И вот, наверное, в особенностях этого климата и природы особенно совершенно характер людей. Потому что люди, мне кажется, это главное наше достояние. Идея передвижных выставок в вагонах метро пассажирам нравится. Это очень хорошо, потому что наше подрастающее поколение может смотреть вот на все вот это, на историю, на разные какие-то факты. На самом деле очень чудесная выставка. Мне нравится то, что наша Сибирь настолько богата такой красотой и то, что у нас существуют настолько талантливые люди, чтобы ее заснять. Поезд со снимками Сибири сразу после открытия отправился в путь. Александр Потенихин и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!